К другим темам. Набирает обороты садовый сезон. В течение нескольких месяцев тысячи магнитогорцев будут бережно выращивать разнообразные культуры, чтобы потом радоваться богатому урожаю. Уже много лет надежным помощником своих земляков является садовый центр «Зеленый остров». С очередными интересными предложениями от него познакомилась наша съемочная группа. Одна из любимых ягодных культур всех садоводов – земляника. Она приносит ранний урожай и словно задает тон всему сезону. И когда она уже урожайная, и ты видишь, что твои труды не зря прошли, то у тебя как-то настроение в саду поднимается и хочется дальше работать. Садовый центр «Зеленый остров» традиционно предлагает своим покупателям разнообразие сортов земляники. Особое место среди них занимает гармония. Это новинка 2019 года голландской селекции. Кусты компактные, прямо стоячие, дают усы только на второй год. Урожайность невероятно высокая. С одного куста вы можете собрать до 1 килограмма ягод за сезон. Земляника «Гармония» ремонтантная, плодоносит с июня и до самых заморозков. Под заморозки уходит на цвету. Ягода ровная, с ярко выраженным земляничным ароматом, ярко-красного цвета. В меру плотная, в отличие от остальных сортов ремонтантной земляники. То есть ты кушаешь ее, она сочная, мягкая. Этот сорт очень зимостойкий и устойчивый к большинству заболеваний. Усы укореняются и тут же закладывают цветоносы. Гармония плодоносит неоднократно и не только на основных кустах, но и на укоренившихся усах. Саженцы великолепного качества, они уже с хорошей корневой системой. Так что рекомендуем вам взять этот сорт к себе в коллекцию. И обязательно попробуйте его. Это как бы один раз только дает плоды, а гармония тут вот несколько раз, и удивительно. Поэтому я ее обязательно возьму, попробую. Небольшие они как раз лучше укоренятся, когда погода такая вот не очень жаркая, самое то. Еще одно достойное предложение от «Зеленого острова» – абрикос «Орловчанин». Среднеспелый сорт зацветает чуть позже раннеспелых, благодаря чему уходит от возвратных заморозков. Размер до 3 метров, и в отличие от обычных сортов, достигающих 5-6 метров, его не придется постоянно обрезать. Сорт очень крупный, очень урожайный, частично самоплодный. То есть даже если у вас нет второго абрикоса для опыления, у вас все равно будет урожай абрикосов. Саженцы трехлетние, взрослые, укорененные, некоторые образцы уже с цветами. Орловчанин легко переносит зиму в уральском климате и дает урожай каждый год. Компактность и самоплодность сорта позволяет посадить одно дерево, которое не займет много места и сохранит пространство для других культур. Также мы хотим предложить вам большой ассортимент плодовых, хвойных, декоративных культур, многолетних саженцев. Большой ассортимент инструмента и удобрений. Добро пожаловать в «Зеленый остров». Садовый центр «Зеленый остров» ждет вас по адресам Советская, 79 и Труда, 39Б. Павел Зайцев, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН.